Но если ты хочешь стать крутым ютубером, тогда успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребята. Меня зовут Алексис. И посмотрите, какую небольшую сборочку я сегодня для вас подготовил. Это видео будет очень интересно и понравится тем ребятам, которые любят играть в Майнкрафт. Ребятки, мы сегодня с вами поиграем в Kawaii World, Kawaii Craft и Kawaii Craft. Это вторая часть. Ну что ж, давайте тогда, в принципе, начинать с Kawaii World. Кто еще не знает, друзья, Kawaii World — это милый Майнкрафт. Мне кажется, что он подходит больше для девушек. И посмотрите, какой замечательный у меня скинчик, ребята. Вы только посмотрите, это какая-то, я не знаю, это какой-то хомячок, бурундучок. Что это такое, ребятки, я не знаю. Ну, давайте будем, в принципе, разбираться, будем выживать. Я вижу, ребятки, у нас внизу есть какие-то ресурсы, но я думаю, что туда мы спускаться не будем. И, кстати, смотрите, здесь блоки земли точно как в Майнкрафте. Ребят, эта игрушка просто безумно похожа на Майнкрафт. Так, ну что ж, в принципе, как и во всех таких игрушках, нам нужен верстак. А что это такое? Это песок. Посмотрите, как круто выглядит песок. Давайте мы его добудем, чтобы убедиться на 100%, что это песок. Да, ребятки, sand. Sand — это песок. Ну что ж, давайте тогда будем, в принципе, выживать. И первым делом, я думаю, что нам нужно с вами, ребятки, добыть себе, конечно же, дерево. А деревья здесь тоже довольно-таки красивенькие, красивенькие. Ребятки, пожалуйста, кто не поставил лайкосик, обязательно ставьте его. Меня ваши лайки очень сильно мотивируют. Они заставляют меня снимать по 2 ролика каждый день. А еще стримы для вас делать, ребятки. Это все ваши лайкосики. Так, мы с вами уже добыли сколько там блоков. Но уже, наверное, достаточно блоков. Так, 5 блоков. Смотрите, какие они прикольненькие, красненькие. Смотрите, коровка. Ребят, еще в конце ролика мы с вами сравним, какой же самый лучший Kawaii... Какая же самая лучшая игрушка по Kawaii World, да? По Kawaii играм вот этим вот. И просто, чтобы не скачивать сразу 3, вы просто скачаете там какую-то одну и все. Так, тут еще периодически рекламки вначале всплывают. Так, хорошо, давайте начинать, в принципе, ребятки, с вами крафтить. Итак, нам нужны, конечно же, доски. Смотрите, какое все розовое получается. Давайте теперь верстак. И еще палочки, 8 палочек, все. Отлично. Ставим верстачок сюда вот. Какое здесь все розовое, ребят, посмотрите. Меч. Давайте меч скрафтим. Потом, это что такое? Это у нас кирка. Это у нас топорик. И пока, наверное, все, ребят. Пока все, больше мы добывать ничего не будем. Смотрите, какая коробка интересная, ребят. Это реально, эта игрушка, ребятки, для девочек. Для девочек, наверное, больше подходит. Так, коробка, иди сюда. С 2 раз мы с вами грохнули эту коробку, а из нее что-то повыпадало. Ребят, я не знаю, вроде бы из нее ничего не попадало. Так, ну давайте тогда хрюшку хотя бы уничтожим, ребят, потому что, как говорится, игра игрой, а кушать нужно регулярно и по расписанию. Так, отлично, выпало у нас мясушка такое интересное, смотрите. Роу. Да, это свининое мясушка. Ну, прикольно, конечно, смотрится. Нам, ребятки, нужно с вами найти какие-то камушки. Но как выглядит камень, мне, ребята, неизвестно. Походу, что, может быть, он розовый. О, смотрите, ко мне снова пришла коровка. Мне будет так жалко это сделать, но, ребят, не, ну она такая милая, ну согласитесь, что она такая милая. Ребят, эту коровку я трогать не буду, нет, эту коровку я оставлю, ладненько. Короче, повезло тебе. Ну а мы, ребят, давайте сами тогда спрыгнем вот сюда вот и постараемся добыть вот эти вот блоки. Что это такое, я не знаю, ребят, но это похоже на какой-то булыжник, это 100% похоже на булыжник. Так, давайте мы посмотрим, это у нас... Походу, что булыжник, ребятки. Так, а если мы, знаете, что сделаем? Да-да-да, скорее всего, что, ребятки, это булыжник. Давайте мы добудем тогда с вами... Так, стоп, это не то. Где наша кирочка? Вот наша кирочка. Давайте добудем несколько блоков. Прикольные такие розовые блоки, да? И будем тогда отсюда, ребятки, выходить. Нам нужно скрафтить себе другие предметы. Эти, ну, там, меч какой-то посильнее. Потому что, ребятки, наступит ночь. А ночью можно сразиться с какими-то монстрами. Так. А что вот это у нас за блоки? Это, случайно, не железо? Если бы это было железо, ребят, я был бы самым счастливым. Нет, это диорит, ребятки. Это, к сожалению, не железо. Так, коробочка, как бы мне отсюда вылезти-то? Так, давайте мы разобьем тогда эти вот блоки, которые находятся над нами. Сейчас мы их используем, чтобы подняться. Это где-то еще земличка одна. Так, вот так ее ставим. И хопа, все, мы вылезли. Ребятки, вот такая вот была первая игрушечка. Я еще хочу вам, знаете, что показать? Я еще хочу вам показать солнышко. Вы, наверное, вначале его видели, может быть, не обратили на него внимания. Ну, вначале оно, конечно, было... Вначале, мне кажется, его все увидели. Оно было, ребятки... Какое интересненькое. А, вот оно, смотрите, смотрите, какое замечательное здесь солнце, да? А что это растет? Ребят, что это растет на этих пеньках?
Это можно есть? Давайте попробуем это съесть. А ну, ребятки, это съедобное? Нет, это не съедобное, это просто прикол, какая-то ерунда. А мясо? Да, мы можем съесть, ребятки, сырое мясо, и нам, в принципе, от него плохо не стало. То есть мы можем его не только жарить, мы можем есть не только жареное, но и сырое. Ладненько, ребятки, давайте будем тогда открывать следующую игрушечку. И это у нас, ребятки, Kawaii Craft. Первое, что я замечаю, так это то, что солнышко у нас немножечко другое, да, оно отличается. Затем шкала здоровья у меня не та, и шкала голода тоже не та. А давайте посмотрим на мой скинчик. И это у нас уже какой-то парнишка, мне кажется. Это уже более такая, знаете, мужская версия. То есть Kawaii World подходит для девочек, а Kawaii Craft, ребятки, подходит для парней. Вот как-то так вот. Ладненько, ребят, давайте тогда начнем мы с вами наше выживание. Здесь еще, кстати, коровки, смотрите, другие. Эти коровочки немножечко отличаются от тех коровок. Это маленькая, это, наверное, его мама, да, это девочка либо мальчик. Ну, короче, не бойся, не бойся, я его трогать не буду. Тебя я тоже трогать не буду, вы живите там себе, развивайтесь, а мы пойдем дальше, ребятки. Мы пойдем с вами дальше, будем смотреть на этот мир. Фу, я чуть в яму не упал, ребятки, представляете? Так, вижу, тут тоже коровки, барашки. Ну, барашки, в принципе, ребят, не изменились. Барашки и в Kawaii World такие, и здесь они такие же самые. Смотрите, какая замечательная речушечка. Ладно, здесь мы и начнем, ребятки, наше с вами выживание. В дальнейшем я буду периодически включать вот эти вот игрушки, ребятки, в 8 игр. Когда буду я играть в 8 игрушек, когда буду их включать. Но я не буду включать сразу 3. Я буду включать по одной какой-то. Либо Kawaii World, либо Kawaii Craft. Но это, в принципе, неплохая такая игрушка, ребятки, очень неплохая. Так, ну и давайте добудем 5 блоков дерева. Этого нам пока что должно хватить поначалу. Так, 5 блоков дерева мы с вами добыли. И сейчас, ребятки, строим, как обычно, всеми знакомые нам вещи. Но только сейчас я буду строить... Что, блин, зачем я это сделал? Сейчас, ребятки, я скрафчу себе только меч. И, так, подождите, где этот наш инвентарек? Только меч и, скорее всего, только кирочку. Все, больше я, ребятки, крафтить ничего такого не буду. Так, все, отлично. Смотрите, ребят, крафтим меч и крафтим себе кирку. Кстати, здесь, кстати, вот меч и кирка очень похожи, как в Майнкрафте. Так, и еще, знаете что, ребят? Ну, это все, да, это все, что мне пока что нужно. Давайте мы заберем наш верстак, он нам еще пригодится обязательно. Он нам еще обязательно пригодится, а сейчас нам нужно с вами добыть себе... Ребятки, какое-то пропитание. О, а хрюшки-то другие здесь, ребят. Смотрите, какие здесь прикольные хрюшки. Смотрите, какие у них мордочки. Чего? А где их мордочки? Стоп, подожди, подождите, подождите. Это что? Погоди, погоди. Это что, реально какие-то хрюшки-мутанты? Так, это барашка. Это барашка, да? А это хрюшка. Капец, вы что, издеваетесь? Блин, и у этой хрюшки маленький ребеночек есть. Ну, ёшкин кот, ну почему у них маленькие детки есть? Капец, ребят. Придется нам с вами обойтись курочкой. Ну, а кушать нам обязательно нужно, потому что посмотрите на мою шкалу здоровья. У меня здоровья здесь очень-очень мало. Так, давайте хотя бы эту курочку мы съедим. Так, сырое мясо вкусненькое. А ну-ка, ням-ням-ням. Ну, немножечко, конечно, голод утолил, ребят, но не очень сильно, конечно, я утолил свой голод. Курочки, они все-таки маленькие. Так, ну давайте мы еще эту курочку съедим. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А ну-ка, вкусненько, это будет вкуснее. Еще мы утолили немножко голод. Оу, у нас, ребята, отравление. Ну, конечно, сырое мясо лучше не есть. Лучше его приготовить, а уже потом кушать. Но, так, это, короче, на будущее. Мы с вами еще возьмем один кусочек. И погнали, ребятки, погнали искать камушек. Ну, смотрите. Ребят, в конце мы с вами сравним эти вот все игрушки, а также решим, какая же самая лучшая, да, какая же самая лучшая игра по Kawaii World. Но мне, если честно, ребят, уже... Это нравится немножечко больше, потому что, ну, потому что, конечно, я же парень, да, и мне нравится более такое все мужское. Девочки, конечно, есть, ну, те девочки, которые смотрят эти ролики, мое видео, точнее, они, конечно, наверное, будут голосовать, ну, либо им больше понравится Kawaii World 1, ну, потому что оно же более такое девчачье, да. Ребята, кстати, когда мы бегаем, мы, ребята, очень сильно устаем, то есть, видите, вот здесь, в Майнкрафте, мы не так сильно устаем, как здесь, поэтому... У вас должно всегда быть какое-то пропитание. Так, все, поели немножечко. И ой, фу, блин, у меня снова, наверное, какое-то расстройство, ребятки, желудка. Так, надо съесть что-то другое, потому что на курице далеко не уедешь, как говорится. Так, ну, нужно коровку скушать. Так, коровка, иди сюда, стой на месте, коровка. Так, все, отлично. О, смотрите, сколько мясушка выпало. А от коровки? Не, ну от коровки, конечно, мы столько же самое, ребятки, с вами голода утоляем. То есть не больше и не меньше. Так, что тут у нас за этим дремучим лесом? А за этим дремучим лесом тайга какая-то, ребятки. Ну, вот там вот какие-то поля. Я вообще надеюсь, что мне встретится какая-то деревня. А вон я вижу еще
какие-то пещеры. Я думаю, что я, наверное, пойду пока что в эти вот пещеры, ребятки. Ладненько, давайте мы тогда будем, наверное, этот Kawaii World закрывать. Kawaii Craft, точнее. И будем открывать Kawaii Craft 2. Ребятки, я заметил, что здесь, в принципе, структура блоков такая же самая. Вот смотрите, ну только... А хотя нет, не такая самая. Смотрите, первая, получается, первый Kawaii World, там блоки были как в Майнкрафте. Во втором блоке были, конечно же, не как в Майнкрафте, и в третьем тоже не как в Майнкрафте. Здесь уже хрюшки другие, а солнышко здесь такое же самое, как в Kawaii World, ребятки. Но это Kawaii Craft. Давайте посмотрим на мой скин. У меня такой же самый скин, как и Kawaii World первая часть. То есть, ребят, мне кажется, что самая подходящая игрушка это просто Kawaii Craft. Вот, реально, она подходит для мальчиков, Kawaii World подходит для девочек, и все. Ладненько, давайте мы тогда еще с вами здесь немножечко повыживаем. Смотрите, какой замечательный мир. Очень красивый, вообще такой просторный, розово-зеленый мир. И, кстати, смотрите, ребят, мне еще здесь нравится немножечко больше, потому что здесь понятно, сколько у вас сердечек, сколько у вас голода. А в предыдущей игре не было понятно, блин, да почему эти коровки ходят с детьми? Ну вот, блин, их же, ребят, не уничтожишь, когда они с детьми передвигаются. Так, курочки что-то заглючили, ребят. Я думаю, что нам нужно с вами поймать себе этих курочек. Так, курочки, вы чё, блин, дай-ка я тебя уничтожу. Так, сейчас мы перекусим немножко хрюшка. Смотрите, какие милые у нее глазки, ребятки, вот и хрюшки. А это что, чья-то пещерка здесь... Кто-то живет, но я сюда, конечно, не хочу идти. Да, потому что как-то очень странно, очень страшно там. Так, хорошо, выходим отсюда. Смотрите, я добыл блок. Смотрите, он розового цвета, серьезно. Он розового цвета, ребята. Ну, короче, это тоже больше, наверное, женская игра, мне кажется. Так, девочкам она понравится немножечко больше. Ну, вообще, Kawaii World неплохая, конечно, игра. Здесь все то же самое, ребятки, что и в Майнкрафте, но еще большой плюс то, что... Это у нас бесплатная игра. Конечно же, бесплатная игра. Просто Майнкрафт, он стоит денег. Майнкрафт Pocket Edition, он тоже стоит денег. А вот эти вот игрушечки, там Kawaii World, дальше еще... какие там еще есть игрушки, такие Jurassic Craft, потом Primal Craft, Real M Craft. То есть это все игры, они бесплатные, они очень сильно похожи, ребятки, на Майнкрафт. Поэтому вы можете смело их просто скачивать и играть. Так, ну что ж, давайте тогда, ребят, скрафтим себе хотя бы меч. Много крафтить я не буду, конечно же. Так, просто один меч и все. Один меч и погнали там, не знаю, еды себе найдем какой-то. Так, давайте крафтим меч. Ну, еще кирочку, конечно же, нужно скрафтить. Все. Отлично. Давайте мы мечиком сломаем наш верстак. Так, ребятки, нам нужно что-то поесть. Я очень сильно хочу кушать. Ой, я уже даже бегать не могу, ребята. Я бегать хочу, но не получается. Так, я что-то там увидел. А, это барашка. Так, ладно, барашка, это будет моя жертва, ребят. Мне надо срочно съесть барашку. О, здесь даже две барашки, ребятки. И мы с вами скрафтим себе сейчас кроватку. Это на тот случай, если вдруг ночью на нас кто-то нападет. Так, все. Прикольно. С черной барашки выпала белая шерсть. И с этой тоже выпала белая шерсть. Нормально. В Майнкрафте выпадает шерсть такая, какой цвет барашки. Так, стоп. А где еда? А где еда? Подождите, ребят, а в Майнкрафте из барашек еда вообще выпадает или не выпадает? Я, ребят, если честно, я не помню. По-моему, что в Майнкрафте еда выпадает. Выпадает еда и шерсть. А здесь выпадает только шерсть, походу. Ну, вот такое вот отличие немножечко. Так, что-то другой еды, ребятки, поблизости я не вижу. Но смотрите, какая возвышенность прикольненькая. Ладненько, ребят, вот, в принципе, мы с вами и обозрели три крутых Kawaii игры. А какая вам понравилась больше всего, решать, конечно же, вам. Но лично мне больше всего понравилась вторая, ребятки. Я думаю, что на этом свое видео я буду уже заканчивать. Но вы обязательно подписывайтесь на мой канал, ребятки. С вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока.